Друзья, всем привет! И мы продолжаем игру «Говорящий том. Сладкая башня». Сегодня мы будем играть с составами от подписчиков. Но в начале видео передаю привет всем нашим подписчикам и зрителям. И первый состав от мистера Эльджана. Попросил он, чтобы я взял Тома Короля в космос. Итак, без проблем, дружище. Давайте-ка выберем Тома Короля. Отлично. И выберем локацию «Космос». Кстати, она уже активирована. Ну что же, друзья, давайте-ка отправимся вот в прыжки. И надеюсь, у нас все получится. Итак, вперед. Вперед, вперед, ждем. И появился первый тортик. Итак, друзья, мой рекорд больше 100 единиц. Пишите, какой ваш рекорд. Надеюсь, сегодня удастся его побить. Итак, вперед, вперед. Вот, нету пока никакой защиты, нету пока никакой ракеты. Но мы, кстати, да, итак, есть первая ракета петарда, и мы довольно-таки неплохо продвинулись с вами вверх. Вот, супер. Итак, король Том, это, конечно же, здорово, это, конечно же, круто. И посмотрим, кто из наших героев сегодня наберет большее количество очков. Отлично. Итак, пока, в принципе, очень даже неплохо идем. Давайте-ка, друзья, я попытаюсь, конечно же, побить сегодня рекорд. Да, вот, друзья, пишите в отзывах, в комментариях, какие у вас рекорды в этой игре. Очень будет интересно. Итак, супер, друзья, нам удалось взять шлем. То есть одна жизнь у нас будет в запасе. Мне кажется, друзья, с таким результатом, возможно, очень большой у нас шанс побить все же рекорд. Итак, вот супер-супер. Итак, было опасно, но тем не менее наш Томушка справился. Жаль, нету больше никаких ракет, но я думаю, они сейчас должны все же попасть. И мы должны неплохо прокатиться вверх. И да, друзья, очередная ракета, и мы уже на 86 уровне. Вот супер, итак, вперед-вперед. Вот не знаю, удастся ли побить, но я буду делать все возможное, чтобы побить сегодняшний рекорд. Итак, накапливаем монетки. Вот, будем, друзья, еще открывать сегодня новых персонажей. Но вначале давайте-ка все же я пробегу составами от подписчиков. Итак, ох-ох-ох-ох-ох, друзья, очень-очень быстро все пошло, но пока удается справиться. Итак, супер, неплохо идем. Башня все растет и растет. Вот так, супер. Итак, очередная ракета, и мы перемещаемся на 137-й слой тортика. Вот кто его слопает, непонятно, но выглядит довольно-таки круто. Итак, 154 слой. Нет, по-моему, друзья, я вот в начале видео не посмотрел, какой рекорд. По-моему, у меня все же рекорд 200 с чем-то. Ну, сейчас посмотрим. Вот, если что, появится надпись, что рекорд побит. Жаль, друзья, что сейчас нельзя посмотреть, какой вот в процессе игры, какой у меня рекорд и сколько... Вот нужно еще до победы. Ну, в принципе, друзья, кто помнит, вот если рекорд, там появляется вот такая красная черта. Поэтому, итак, к сожалению, друзья, я разбил шлем. Вот, поэтому, вот, итак, очередная ракета и не видно края вот рекорда. Итак, ой-ой-ой, очень-очень быстро пошли слои. Вот, пока не вижу край, значит... Рекорд еще до рекорда далеко. Так, 229, 230. Итак, супер. Мне кажется, друзья, что мы идем на рекорд. Хотя еще непонятно. Ай-яй-яй, друзья. И да, мой рекорд 282 единицы. Не удалось его побить. Что ж, друзья, пишите в отзывах, в комментариях, какой у вас рекорд. Вот, я думаю, что ли искать нового героя, то ли брать... Вот следующий состав от подписчиков. Давайте-ка мы откроем один из киндеров. А потом уже вот отправимся. Итак, ого-го, друзья. Итак, чтобы открыть киндер, нужно кликнуть 1026 раз. Это что-то невероятное. Итак, друзья, я попробую это сделать вот не одним, а несколькими пальцами, чтобы это было быстрее. И быстрее не получается. Ну, я просто в шоке. Кликнуть 1026 раз, это что-то невероятное. Возможно, друзья, давайте-ка я это не буду делать, чтобы вас не утомлять. Хотя, хотелось бы вместе с вами посмотреть, что же в середине этого киндера. Наверное, давайте-ка, друзья, раз мы начали, я этот киндер открою, а следующий буду уже открывать без вас.
Очень-очень, вы видите, долго нужно кликать, чтобы 1026 раз накликать. Вот только 200 я сумел сделать. Вот попытаюсь несколькими пальцами все это проделывать, чтобы было бы быстрее, но быстрее почему-то не получается. Итак, как, кстати, можно его... да, вот, друзья, кто в курсе, как можно вот это все немножко убыстрить, вы пишите в отзывах и комментариях. Вот вначале было очень быстренько, а сейчас 1026 раз кликнуть, мне кажется, это очень много. То есть, мне кажется, я это буду проделывать без вас, чтобы открывать следующий герой, потому что вот смотрите, сколько много времени вот забирает, чтобы разбить этот киндер. Просто невероятно. Итак, вот попытаюсь вот так просто быстренько все это проделывать. Вот проще, мне кажется, все же сделать это одним пальцем, либо чем несколькими. Вот. Итак, 400 очков, 400 единиц, вернее 400 кликов уже есть. Вот уже практически 500, то есть половину уже прокликали. Очень-очень много. Вот, мне кажется, это разработчики немножко уже перемудрили. Очень много, надо много кликать, чтобы разбить этот киндер. Но надеюсь, по крайней мере, что здесь будет герой. Да, вот один из подписчиков мне писал, что если красный киндер, то это новый герой. Ну что же, сейчас посмотрим, какой новый персонаж у нас сейчас появится. Вот, супер. Итак, 600 уже кликов есть. Остается вот чепуха, буквально 400 единиц, чтобы уже 600 как бы мы прокликали. Поэтому я надеюсь, но больше я этого делать не буду, потому что видите, как много вот забирает времени вот это прокликывание. Я, честно говоря, просто в шоке. Просто в шоке, что так много кликов нужно сделать, чтобы открыть этот несчастный бедный киндер. Вот, итак, практически уже 800 и останется всего 200 единиц, 200 кликов, и мы уже наконец-то откроем этот киндер. Да, вот, друзья, итак, остается всего 200 кликов, вот, я постараюсь их быстрее проделать, вот так вот, вот как-то вот так, ну, быстрее не получается, вот, несколькими пальцами не получается, приходится, друзья, одним, не удается убыстрить это дело. Как-то вот так, что ж, больше я это проделывать не буду, потому что очень-очень много забирает времени. Итак, остается всего 100 кликов. И это, наконец-то, мы закончим это действие. Итак, вперед, вперед, вперед. Еще несколько, вот остается 50 кликов. 40, 30, 20. И вот сейчас уже закончим это все дело. Вот остается 10 кликов и наконец-то. И у нас новый герой Джинджер. Вот малыш. Ну как-то вот так. Ну что же, друзья. Итак, следующее у нас состав от подписчика с ником Владос Плазма. Попросил он взять Анжелу, принцессу в космос. Без проблем, дружище, иду навстречу. Вот она, Анжела, принцесса. Космос не надо менять. Локация остается. Ну что же, вперед, друзья, давайте-ка попробуем вот побить рекорд с принцессой Анжелой и посмотрим, что из этого получится. Итак, шоколадный тортик, это супер. Вот, люблю шоколадный тортик. Вот, кстати, да, друзья, интересно вот узнать, у кого какой любимый тортик. У кого шоколадный, у кого вот разные бисквитики, пишите в отзывах, в комментариях. Опять же, ай-яй-яй, друзья, вот я отвлекся и как-то вот так сразу же сделал ошибку. Вот я думаю, стоит ли нам вот брать другого героя или все же продолжить с Анжелочкой. Ну что же, я сделал ошибку, поэтому давайте-ка, друзья, я возьму следующий состав. Итак, Александр Сазонник попросил, чтобы я взял Бена Повара. Вот, не уточнял, друзья, какую локацию, поэтому давайте-ка я локацию возьму на свой выбор. Итак, друзья, у нас есть локация пикник, мне кажется, она здорово подойдет Бену Повару. Ну что же, начнем. Итак, постараюсь, друзья, сосредоточиться не на игре, не сделать больше ошибочку, которую я сделал с Анжелочкой, принцессочкой. Итак, вперед. Да, вот, друзья, пишите в отзывах, в комментариях, какой из героев вам больше нравится и какого героя хотите, чтобы я с вашим составом попрыгал в следующем видео. Вот жаль, конечно же, что так случилось с принцессочкой. Вот, возможно, нужно было переиграть, но все же я решил. Сегодня 5 составов от подписчиков написали, поэтому давайте-ка, чтобы не удлинять
видео я постараюсь вот взять все сегодняшние составы, поэтому, возможно, раз сделал ошибку, пусть уже так все остается. Итак, прикольный Бен Повар. Вот, неплохо удалось взлететь на ракете. Было бы здорово еще найти шлем. Ну, посмотрим, удастся ли это сделать. Итак, супер, прыгаем вверх. Отлично. Вот разные тортики, разные слои, но выглядит прикольно. Вот какой-то то ли с клубничный. Вот интересно, что за зеленые тортики. Вот, отлично. Итак, Бену все нравится. Довольно-таки неплохо пропрыгали. Вот уже, друзья, вот да, вот 87-й слой тортика. Очень неплохой результат. И я продолжаю прыжки. Итак, стараемся вот прыгнуть все выше и выше. И посмотрим, что... И да, у нашего Бена появился шлем. То есть одна жизнь уже будет в запасе. И это очень здорово радует. Возможно, благодаря этой фишке мы сумеем побить рекорд. Ну что же, вперед. Итак, вперед, вперед. Хорошо двигаемся. И очередной... Вот очередной... что это у нас? Слой очередной... Очередной прыжок. 100. Ай-яй-яй, друзья. И я сбиваю, вот, к сожалению, шлем. Вот, расслабился. А здесь нельзя расслабляться. Здесь нужно сосредотачиваться на игре, чтобы бить рекорды. Итак, замечательно. Очень неплохо идем. Вот так. Прыжки, прыжки. И очередная ракета. 154 слоя. Хороший результат. Но расслабляться не время. Причем, друзья, последняя жизнь. Вот, потерял я как-то глупо немножко шлем, но, тем не менее, идем дальше вперед. Итак, 175 слоев. Хороший результат. Итак, вперед, вперед. Вот, прыжок. Пока наш Бен не делает ошибок. Вот, надеемся, друзья. Ай-яй-яй-яй, а вот и ошибка. Итак, 184 слоя. Хороший результат, но, тем не менее, как-то так. Итак, следующая комбинация наших героев от Оксаны Салапнева. Вот, прошу прощения, неразборчиво написал фамилию, не могу разобрать. Оксана Салапонева. Ну, как-то так. Извини, Оксаночка. Вот попросила Оксана, чтобы я взял король Тома и тортик. Супер. Ну что же, король Том есть. Давайте-ка я посмотрю тортик. Это самая первая локация, которая была у нас. Ну и протестируем, посмотрим, что из этого получится. Итак, давайте-ка я возьму. Кстати, можно было купить вот какую-то ракетку или нельзя? Нет, по-моему, друзья, ракеты и другие фишки мы вот выбиваем только вот в игре. Итак, замечательно, прыжок на тортик, и я продолжаю восхождение нашего короля Тома. Вот сегодня он в начале видео очень круто поднялся. Ну и вот, возможно, сейчас тоже здорово вот пойдет вверх. Супер. Жаль только, что Анжелочка мало попрыгала. Анжелочка принцесса. Вот люблю этого героя. Итак, супер. Вот так здорово. Отлично. Вперед, вперед, вперед. Вот, замечательно. Итак, пробуем, друзья, все выше и выше подниматься с нашим королем Томом. И я коснулся и сделал ошибку. Ну что же, обидно, досадно, ну ладно, ничего страшного. Тогда давайте-ка возьмем следующего героя. И подписчик с ником Золото Золото попросил, чтобы я взял Бена Повара и ночной пикник. Вот, друзья, только очень мало героев наши подписчики заказывали. Видите, в основном короля Тома. И Бена Повара. Не забывайте, друзья, что у нас еще есть в наличии обычный Том. Анжела в розовом купальнике. Обычный Бен. Хэнк, Джинджер, Том Повар. Бен Агент, Джинджер Малыш. Анжела Принцесса. Бен Повар, Том Ковбой. Анжела вот в голубом купальнике. Бен Строитель. И еще Бен вот Аквалангист, либо Ныряльщик. Ну, тем не менее, итак, под команда от Золота Золота — это Бен Повар и локация Ночной Пикник. Вот, супер. Ну что же, давайте-ка, друзья, я попрыгаю с этой локацией и посмотрим, что из этого получится.
Итак, вперед. Надеюсь, удастся побить рекорд. Вот, и это будет здорово. Итак, вперед. Прыгаем на шоколадный слой. Вот, и было бы здорово сегодня побить рекорд, но не знаю, удастся ли это сделать. Я, конечно же, друзья, буду стараться. Вот, ну а вы, конечно же, пишите в отзывах, в комментариях, какой у вас рекорд. Я что-то давно не играл эту игру, поэтому, друзья, вот как-то вот так, наверное, нужно было потренироваться перед съемкой видео. Ну, пока постараюсь все же вот побить рекорд. Итак, вперед. Вот, начало очень даже неплохое. Вот, 46 слоев. Вот, было бы здорово еще найти шлем, но не факт, что это удастся сделать. Итак, замечательно. Очень хорошо пока идем. Ну и посмотрим, что дальше у нас получится. Итак, вперед, вперед. Вот, супер. Очень неплохо. Итак, замечательно. Вот, очередная ракета, и мы попадаем на 74-й слой. Вот, забавный герой, забавная игра. И, конечно же, жаль, что не все герои открыты. Ну, в принципе, друзья, да, у нас достаточно монет, чтобы открывать других героев. Да, вот пишите в отзывах, в комментариях, стоит ли мне вот открывать самому или все же ждать вас, чтобы показать на экран, какой герой у нас выпадет. Ну, мне, конечно же, очень не нравится, что, друзья, нужно очень долго кликать, чтобы открыть героя. Вот, ой, и так, друзья. Итак, рекорд всего 108 очков. Обидно, досадно, но ладно. Итак, друзья, вот следующий результат — это 125 монет, но я не хочу, друзья, их потратить, потому что опять нужно будет 1000 раз кликнуть, чтобы открыть этот киндер. Вот, пишите в отзывах, в комментариях, стоит ли это делать с вами, либо без вас, и я буду действовать согласно ваших отзывов в комментариях. А сегодня я на этом, друзья, с вами прощаюсь. Всем пока-пока. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, ожидайте новых серий. Пишите в отзывах, в комментариях, кого из героев прокачивать в следующем видео. И я буду действовать согласно ваших отзывов и комментариев. Вот. А чтобы, друзья, не пропустить ни одну серию, нажимайте в правом верхнем углу на колокольчик возле кнопки подписка. И к вам будут приходить уведомления о новых видео. Всем пока, друзья, до новых встреч!